Так, всем привет. Сегодня с вами, блядь, Вадосик с каналчика Хайп стримчика. Играть я решил сегодня в Assassin's Creed. Вот, вспомнить былое. Но это не самое начало, это где-то середина, может, игры, может, даже уже чуть больше. Просто так делать нечего, решил поиграть. Это как-то прям аж... Подсоскучился очень сильно по Assassin's Creed, по этой великой игре. Добро пожаловать, друг мой. Ты нашел то, что искал? Еще нет, Рафик. О, понимаю. Скажи, а ты сейчас не подгашишь им? Нет. Почему тебе это пришло в голову? Дело в том, что твоя цель сейчас находится в академическом квартале, а ты болтаешься в бюро. Я не болтаюсь. Ты оправдываешься. Приступ паранойи. Говорит, ты сейчас не подгашишь. Все, я ухожу. Держи тело и дух в чистоте, Альтаир. Не поддавайся искушениям. Непростой такой. Подъеб засчитан. Блядь. Начинаются опять эти мега-прыжки. Так. Академический какой-то, блядь, корпус мне надо искать. Так, это что? Простой район, богатый район. Так, академический район, это издатели, ученые. Может, мне вот сюда надо, если это ученые. Короче, обожаю эту игрушку, блядь. В том плане, что тут отличная механика боя. Сама игрушка вообще такая интересная, олдскульная. На свое время это было прям вообще мега партия. Поэтому вот что-то у меня прям ностальджи напала на меня, решил поиграть. Ну как бы тоже нельзя все время играть в один Total War. Со всех сторон кричат. Так, поехали. Не догонишь. Ты залезть даже не можешь, блядь. На, блядь. Полетел. Второй. Я поймаю. Да давайте, давайте, залазьте. Не дайте ему уйти. По одному же. Ой, 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 напихал мне. И выпрыгнул, блядь. А чё за прикол? Почему я не могу ничего сделать? Чё это за ребята такие? Так, я вижу место, где можно спрятаться. Отлично. Так, я не добрался до этой вышки. Флаги сарацинов. Не знаю, что это, не знаю, что она дает. Но я возьму. Так, теперь мне надо вот сюда залезть, наверное. Вообще, честно, я так и думал, что надо было еще в начале, когда я только установил ее. Надо было сразу все пооткрывать. Вышки там все такое. Сейчас бы было бы проще.
Но в итоге получается опять шляпа какая-то. Неверный! Давай, давай. Аж лук бросил. Так, посмотрим, откроется ли задание. Да я 1000 лет уже не играл, я вообще не помню, тут уже даже не сюжет, не то, что вообще с этим что-то может быть тут связано быть в игре. О, блядь. Нормально. Это нормально. Опа. Блядь. Только что сказал, осторожно. Спасибо. Это именно сказал в тот момент, когда я уже упал. Осторожный дед, будем так его называть. Альтаир, твое имя у всех на устах. Да вы чё? И в кои-то веки о тебе отзываются хорошо. Может быть, ты согласишься помочь мне в одном деле? Да, а я недавно что, отказать от... могу тебе? Шпионить за гражданами. Он снабжает их золотом, а взамен получает имена. Ты очень поможешь городу, если уничтожишь стойки с товарами этих торговцев. Тогда все это прекратится. Ой, блядь. Стойки с товарами мне надо уничтожить, блядь. Что это? Тут? А, ну задания, собственно, все одни и те же. Я это делал 25 лет назад. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Зачем ты так сделал? Чем я тебя... И что ты хочешь? Ого, вас опять тут, блядь. Поразвелось. Блядь, был небольшой краш игры. Меня. Выбор продолжить. Так. Это мне сейчас заново надо, блять, это задание выполнять. Если вас обнаружили стражники, скройтесь и постарайтесь спрятаться. Да это не так просто, они сразу на меня драться лезут. Так. А это где было? Это я где-то вот, значит, вот сюда мне еще надо. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит яму... Вессон Хакир! Сааптау я дейка джезе азелик! Я! Не шагу! Проклянет Аллах того, кто это сделал! Где ты? Кем войны имеет истерсон? Вот она, эта вышка тоже тут. Так. А, вон он бежит за мной, блядь, дебил. А меня тут нету. Вы ж настолько тупы, что не можете просто полотно поднять. Опа. Так, вон туда мне надо, получается. Да, в принципе, блять, больше всего ненавижу сюда залазить. Есть небольшая одна такая проблема. Я вечно падаю отсюда.
Ага, ага. Первый раз, наверное, в жизни я залез сюда. С первого раза. Так, и еще два задания открывать. Судя по всему, если я сейчас доберусь до сюда, одно я выполню, 4, еще 2 должно открыться. Значит, это вот эта вот вышка. Мяу. Самая любимая часть в игре. Это падение с вышек. Ты больной, голодный и нищенки. Ах, умоляю вас, господин. Ты, наверное, слепой. Да, наверное, слепой, да. Ничего себе. Нихуя себе. Наверное, это хотел сказать. Блять, блять. Ёп. О, красавчик. Чё с тобой, блять? Тебе сюда нельзя. Все понял, ухожу. Стой. Все понял. Ты не пройдёшь здесь. Все, 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 ухожу. Красавчик. Лезь на свою крышу, типа. Так. Ну да, вот все задания. Блять, нет, что ли? Здание информатора, убийство, там это. Ты эфир ведешь? Да. У тебя нету эфира. Я не на Твиче веду, я для Ютуба делаю. Выбью. Слава Салахаддину! Он нашел себе силы и... Неверный! Умри! Я отсеку тебе голову! Так, надо подслушать персонажа. Догнать его! Он не мог далеко уйти. Он здесь, меня не уйдешь. Умри, не дай! Воу, ребята. Тебе не уйти. Я! Тебе конец. Меня тебе не одолеть. Замес, брат. Но мы не пойдем по их стопам. Нас под боком ходит. Неверный! Сейчас ты умрешь! Я тебя поймаю! Да ёб твою мать, да спугнул, блядь. Красавчик. Он понял, что должен сделать. Понял, что, узнав правду, он должен нести ее людям. Да, блядь, что вы до меня пристали? Ай, блядь. What the fuck, блядь. Такими темпами я, блядь, всю армию этого Саладина перебью. Я слышу голосов обитали во тьме, но мы не пойдем по их стопам. Нам дан шанс начать все заново. Позвольте Джубаиру открыть вам путь к прозрению, привести вас к свету. Когда-то он был учителем, лжепророком, но
Затем Джубаиру открылся путь. Ой, тип на карты он присел на лавочку. Что, узнав правду, он должен нести ее людям. Вон он сидит. Этот путь открылся ему, так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Когда-то он был учителем, лжепророком. Но затем Джубаиру открылся путь. Он понял, что должен сделать. Понял, что, узнав правду, он должен нести ее людям. И как этот путь открылся ему, так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Может, тебе стоит... Ваша жизнь — это ложь. Вы окружены лживыми знаниями, собранными злодеями. Он тип на картах уселся. Друг, тебе нормально вообще сидится? Они больше никогда не причинят вреда. Кто это? Наши отцы и отцы наших отцов обитали во тьме. Еще один флаг Сарацина найден. Нам дан шанс начать все заново. Где ты? Позвольте Джубаиру открыть вам путь к прозрению, привести вас к свету. Блин, да что такое? Я их там столько перебил, что он даже не хочет скидывать эту. Собранными злодеями, желающими поработить ваши умы. Бля, ну Настя подошла. Ты что, еще там? Больше никогда не причинят вреда. Давай. Наши отцы и отцы наших отцов обитали во тьме, но мы не пойдем по их стопам. Да что такое, господи. Начать все заново. Позвольте Джубаиру открыть вам путь к прозрению. Ну че они свалят оттуда, че они там, блядь? Когда-то он был учителем. Затем Джубаиру открылся путь. Он понял, что должен сделать. Понял, что, узнав правду, он должен нести ее людям. Ой. И как этот путь открылся ему, так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Все понял. Ваша жизнь — это ложь. Вы окружены лживыми знаниями, собранными злодеями, желающими поработить ваши умы. Если спрятать знания, их отыщут. Но если их сжечь, они больше никогда не причинят вреда. Ну да. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их Джубаир, нам. Блядь. Их нужно уничтожить. Да иди ты уже, сколько можно тут ждать, пока ты там договоришься. Мне сейчас еще тебя бить придется. Монах такой смотрел, раз такой решил зайти. Опа-опа. Тихо-тихо-тихо, ребята. Не газуйте. Все в порядке, все нормально. Убирайся прочь, пока цел. Я прошу всего лишь пару монет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Да уйди ж ты, ёб твою мать, чё ты бегаешь за мной, блядь? Я монах бедный, у которого нет денег. О, вторая. Вон толстые бороды какие ходят, вот у них и бедники. Я за себя не отвечаю. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Невежество, насилие, безумие. Мы должны дать им отпор любой ценой. Что тебе от меня нужно? Да давай, заходи уже куда-нибудь, темный переулок. В самом-то деле. Так, смотришь за всеми. Ой, ёпта мать, что это такое? Это что такое было? Это ты, Альтаир?
С ума сходишь? Мам-мам-мам. Че радостный такой, блядь. Да давай, заходи уже куда-нибудь, блядь. Я тебя не знаю, оставь меня. Как ты смеешь? Что происходит? На помощь! На помощь! Он хочет меня убить! За чего они дерутся? За чего они дерутся? Давай, 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 давай! Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты не все бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Ну, хорош с ним болтать. Столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Я отсеку тебе голову! Тебе не уйти! Ну конечно, в самом таком месте решил. Ты от меня не уйдешь! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Опять, блядь! Давайте, 100 на одного! Кем его не имеет в виду? Ну все, убегаем. Блять, убегай. Бежим, тарань всех. Ясно. Давайте, давайте, блядь. Ты давай не хватайся, за меч берись. Да, да, хап. Чётенько. Не с тем ассасином вы связались. Я вам засажу шпагу промеж булочек ваших. Не, я не буду подходить. Спасибо за предложение. Мне и своих товаров хватает. Ой, ёб твою мать. Не понимаю, у меня вообще ничего нет. Подайте пару монет. Альтаир, друг, я смотрю, у тебя тут многие ищут, как и меня. За мою голову тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаив. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг. Подайте пару монеток, пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Смерть и ужас несут они нам. Опа.
Я еще не того убил, блядь. Дабы предупредить вас. Кто-нибудь есть? Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. О, вот они, чайки, блядь. В Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности. Че, тип упал? А, ну да, свалился и умер. Обожаю этих солдат. Чем-то они мне штурмовиков имперских напоминают. Вижу. Отличные бойцы. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Скидки на все. Нормально, нормально, все нормально. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Не пострадал ли? Вот он! Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищей. Пожалуйста, господин, подайте пару монеток. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Так. О, будешь кусок. О, мне два или один? Дим, всем по одному, Настя, ты не знаешь, чем это. Ну, разогреть надо, да? Да, наверное. Вот этот будешь? Не понимаете, у меня это с какой-то колбасой, а это кусок какой-то котлеты, по-моему. Давай вон тот с колбасой. Мои родные больные пухнут с голоду. Отлично. Первый есть, дружочек. Для больной, голодной и нищенки. Ой. А он не тут, что ли? Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. У меня есть все, что тебе нужно, я уверен. Взгляни и убедись. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Что он делает? Что же он делает? Ты что, не видел меня? Ой, ёб твою мать. Да ебучие рога. Уйдите, блядь, дебилы. Давайте бежать, тебе некуда. О, кусочек пиццы. Нет, давай. Они должны прикрыть, они не. Я поймаю. Какое количество месива. Так, 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 так. Все, не орите, не орите. Оба. Ну еще бы, если так носиться. Если так носиться, то надо получить. Логично. Он, по
Ох, не понимаете, у меня совсем ничего нет. Если тебе дорога жизнь, не делай тебе дорога. Абсолютно все. А, внимательно. А, смотрите. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Нет, умоляю, не уходи. Пару монет. Подайте пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Его нужно остановить, пока он не ошибся. Пожалуйста, господин, подайте. Подайте пару монеток. О. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Первый готов. Для больной, голодной и нищенки. Для больной, голодной и нищенки. Я прошу всего лишь пару монет. Не понимаете, у меня... Он точно раз... Блядь, не наблюдай за мной. Ты меня чуть не убил. Так. Ты заплатишь за свои грехи! Тетенька. Я прошу всего лишь пару монет. Мне и так есть чем заняться. Так, идем. 25-й раз выполняю задание. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Аллах покарает тебя за это. Он только что врезался в человека. Слепой, что ли? Я уступлю тебе дорогу. Да. В смысле, он стоит прямо вот среди стражников. Что делать с этим? Убирайся прочь, мой глаз. Ой. Дядя, ты чё? Дядя, блядь, уйди от меня. И тут два стражника идут. Тихо. Чё произошло, думаю? Столкнулись, а он умер. А такое возможно? Не спешим, не спешим. Так. Не спешим, не спешим. Так. Не спешим, не спешим. Бля. Тихо. Майдан всюду вокруг нас смотрит, он искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Да, я тоже того же мнения. Будь проклят. Пожалуйста, господин, прошу, если так носить. Осторожнее. Они пошли против Бога. И они заплатят за это. Для больной, лишь голодной. Страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят... Всего пару, у меня совсем ничего нет. Я так рад твоему возвращению. Ты цел и невредим. Мне конечно. Уже пора идти к семье, но послушай, что я скажу. Я нашел карту, на которой указано, где ученые собираются сжигать книги и манускрипты. Будь осторожен, и да хранит нас будущее. Я и да пребудет с нами сила. Семье. Привет от тебя. Тон-тон-та-да-да-дан, тан-та-да-да-дан, тан-та-да-да-дан. Пожалуйста, господин, подай.
Не-не-не, пацаны. Пошел прочь. Ебать их тут. Не-не-не. Все. Все. Ну ладно, все равно мне туда бежать. Да и ёб твою мать. Опа. Схватите его. Не потеряйте его! Ой. Тих. Да ёлки-палки, блин. Назад как сделать? Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет. Ёк. Блин. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте контрол. Контрол используйте и все. Контроль. Давай. Конь, конечно, тут скачет, как я не знаю. Чего тебе надо? Давай бежать, тебе некуда! Прочь дороги! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Хочешь умереть? Ну, по-моему. Отрублю голову! Не дайте ему уйти! Короче, от чего я убегал, тому я и вернулся. Не стоит ему так бегать. А, ты выбрал правильное место! Схватите его! Ребята! Это невозможно! Комбо-бомба! Пу, пау, пау, пил, пу! Неверный! Ты уже проиграл, даже если не понимаешь этого! Все, спрятался. Какой кошмар. Бедняги. Так, а мне тут куда надо? Вернуться к начальнику бюро. Ну ладно. Сказано сюда так вернусь. Защищая свой дом.
Добрый день, дорогой друг! Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим! Сражаться за то, что во что мы верим. Во что мы верим? Мы верим великого и могучего макаронного бога. Одно только слышно, как он. Оба. Давай, информация у меня, дружочек. Есть новости? Новости? Я многое узнал о своем очень враге. Много. Поделись знаниями. Джибаир свихнулся. Он хочет, чтобы в городе не осталось знаний. Ужасное преступление. Понимаю, почему Аль-Муалим хочет его устранить. Он использует городских ученых в своих целях. Они нападают на людей и отбирают у них все научные записи. Боюсь, Джубаир хочет их все уничтожить. Его нужно остановить. Поэтому я здесь. У Джубаира назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Я отправлюсь туда. Там я заберу его жизнь. Вот так вот. Все, а это там перо, да. Я оставляю тебя, чтобы дать тебе возможность подготовиться. От души. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, открываем таб. Сейчас посмотрим, сейчас будет замес. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Спасибо. Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Зачем он это делает? Блин, я не в ту степь залетел. Добрый день, дорогой друг. Есть место? Я на Рачакин. Ой. Ну, это, наверное, на крыше? Да, на крыше. А как мне туда попасть? А, кажется, я знаю. Ну, помогите же! Зажигают, блядь. Учёно. Ты чё? Идёт запись памяти. Ошибка. Идёт запись памяти. Чё идёт за прикол? Критическая ошибка в мозге возникла. Эррор. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать.
Эти пергаменты хранят множество знаний, что с главной целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет пацаны, нас, пацаны, вообще, ребята, от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум. И пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Где-то тут скрыт глубокий смысл. Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да. Да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Ничего. Хорошо. Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Черт возьми, блядь. Тебе что-то нужно? Оба. Я убью тебя за это. Больно. Славный день! Что он делает? Прочь, левый! Иди прочь! Нет, ему конец! Чем я больно иметь из тёрки? Я! В дороге! За помощь! Он хочет меня! Ай, красавчик! Дядя, ты чего? А чё, слабо без охраны? Оу! Оба! Так. Тебе не победить. Красавчик. О. Тихо, ребята, тут небезопасно, однако. Отстань от меня. И ты от меня. О, ты чё, дядя? Ах!
Опа, халявный флаг. Горожане, выносите все свои книги и рукописи! Платите в кучу! Так, стоп. Четко. Ой, хорошо как. Надо чуть-чуть подрегениться. Но небезопасное дело так. Ученые, однако, что-то чересчур хорошо фехтуют. Любой! Такие деяния надо держать под контролем. Нельзя позволять делать это всем подряд. Это безответственно. Мы должны уничтожить все сами. Давай. Взяли наш разум. Тебе не требуется? Любой может нанести чернила на перо. Такие деяния надо держать под контролем. Нельзя позволять делать это всем подряд. Что? Кто это сделал? Это безответственно. Мы должны уничтожить все записи, чтобы они не отравляли наш разум. Тебе нельзя. Чем я бойный микрофон? На помощь! Он сошел с ума! Он хочет меня убить! Отвозна! Ох ты, ёперный театр, блин. Сколько у вас тут, друзья мои, товарищи? Ой. Блять, какой напряженный момент. Тихо, тихо. Не паникуйте. Еще одна цель. Скачет им навстречу, дабы остановить их. Еще одна цель. Блин, надо ХП подвосстановить. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Ну, помогите же! Что это? Забона, перестань! Так, еще три полосочки. Люди Дамаска! Люди Дамаска! Вы поступаете правильно! Мы вместе очистим наш город от яда прошлого! Это посмотрим, как ты справишься с этим отпуском! Присоединяйся к нам, ты можешь есть! Отпуск ты старый! О! За ним, мученики! Он не должен бежать! Безумие!
ничего не делай меня! Ничего! Ой! Он хочет убить меня! Я ничего не знаю! О! Ох ты, ебать, чудище! Хоть бы один раз для идеального убийства. Так, я знаю, что мне надо сделать. Дебилы. Ебона мать, сколько у вас тут, блядь. Ой. Блядь, да чё вы, блядь? Почему? Ой, блядь. У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их. Чем истина отличается от ложного? Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. То, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Красавчик, блядь. О, блядь, сколько ж вас там? Так, минус два, минус три. Минус пять, минус шесть, минус семь. Минус восемь, минус девять, минус десять, одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый.
14-й. Вот так вот. О. Так, и задание заканчиваю. Джубайра. Как мы его упустили? Вот он здесь! Мы защитим тебя, друг. Блядь. Опа. Здорово, ассасинов. Ассасинов. Альтаир, скажи мне, ждал ли тебя успех? Ждал, да. Конечно. Пламя Джубайра потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь... Конечно, блядь, там он взял рог одного ученого, блядь. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, вот иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну, конечно, промотали. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус. У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибранд. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Так, у гидры много голов. Мы уже близко. Вы что, товарищи, блядь, не играли, что ли, в героев? Последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть?
Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что Кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Чтобы изменить мир. Вот-вот. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Мира и покоя тебе, Альтаир. А, так тут концовочка, в принципе.